Друзья, всем привет, всем доброе утро. Себя пока не показываю, потому что еще не привела себя в порядок. Уже поставила сковородку на маленький пока огонечек, разогревается. Что я делаю? Собираюсь к папе и к сестре. Мне нужно съездить по делам к ним. Вот, что я делаю. Папе хочу сейчас приготовить сырники. Возьму, во-первых, фарш, который я тогда накрутила, надо не забыть. Утром сварила кофе, пока пошла умываться. Быстренько сюда все сделала. Там 1,5 ложки, 2 кофе, водички. Тут написано, есть мерная шкала. Вот. И водички налила, включила и ушла, умывалась, зубки чистила, пришла, кофе готов. Ну, неужели плохо? Кто-то пишет, ой, пластик, пластмасс. Да у нас везде пластмасс, девочки. Ну, и здесь, нет, здесь у нас сталь. Но все равно пластмасс, у нас и миски пластмассовые, еще что-то пластиковое. То есть я на это вообще внимания не обращаю. Если вы обращаете, ну, ради бога. Да, есть у меня нормальная турка, все об этом знают, я всегда варю. Есть у меня нормальная, варила всегда в ней. Когда захочется, сварю и в турке. Ну, очень удобно, я прям довольна. Они есть, наверное, подороже, если можно взять. И колба будет вот эта стальная, и, может быть, даже стеклянная. Есть разные. Я такую же точно заказала. Нет, не такую, в другом цвете. И другой дизайн я заказала Свете на день рождения. Вот. Но она знает об этом. Вот. Потому что я ей спросила, говорю, тебе нужна такая? Она говорит, да, я бы тоже такую хотела. Я ей заказала. У нее 9 августа будет день рождения. Вот. И заказала ей кофемолку еще. Тоже кофеварки, еще кофемолку. Вот. И... Ну и еще что-нибудь я ей обязательно подарю. Вот, да, папе делаю сырники. Вене никак не может запрыгнуть на кресло уже даже. Вень, кресло-то вообще низко. Ну, батончик. Батончик. Не можешь даже сюда запрыгнуть. Я завтракала, уже поела, попила черный кофе, потому что у меня нету, к сожалению, молока, оказалось, нету у меня. Ем вот такие орешки, которые купила в магазине Чижик потихонечку. Вчера купила себе фрукты разные. Виноград купила черный вчера, без косточек. Очень сладкий, хороший виноград. Алису сейчас выключила, пока записываю видео. Часики новые. Девочки пришли на обзор. Будем обзор делать с вами часиков. Когда пошла в фитнес, на плавание, в бассейн, я надела эти часики. Кто-то сказал, ой, вот она рекламу делает. Я просто показала. Первый раз я надела эти часики и пошла, окунулась с ними в воду. Просто хотела посмотреть. Действительно, они водонепроницаемые. Так как я знала, что мне идут уже 2 часа. Вот, если что, думаю, оставлю себе эти. Но нет, они прошли тесты, и все, в общем, супер. Так что это новое. Здесь уже новый дизайн часиков, они поменьше. В общем, будем смотреть с вами. Потом все расскажу поподробнее. Ну, процесс не буду показывать. Что, пока вот замесила. Здесь у меня 2 пачки творога и пачка творожной массы с изюмом. Вот, 1 яйцо добавила, достаточно, не буду второе добавлять, вроде как достаточно 1 яйца. Немного муки сейчас добавлю, и все. Там буквально 3 ложки муки на такое количество. Все, обваливаю в муке, муку смешиваю, когда обваливаю, муку смешиваю вместе с манкой, для того, чтобы была такая хрустящая корочка. Все, сюда манку никакую не добавляю, ничего не добавляю, кроме немного муки, и все. Девочки, смешала муку, вот видите, и манку. Вот так вот смешиваю, и в этом буду обваливать сырнички. Так, друзья, все, сырнички у меня готовы, будут остывать. А я пока буду собирать сумки.
Еще много-много мне чего надо привезти и сестре, и папе, так что буду собирать. Девочки, утро у меня всегда начинается с утреннего шоу с Алисой, с музыкой, с новостями. Всегда утром включаю, чего я вам желаю, включать утром музыку, чтобы было у вас всегда хорошее настроение. Так, друзья, ну собираю, вот здесь вот две такие у меня коробочки, вот они, видите, с малиной. Папе я заморозила, будет в чай добавлять. Когда там заболеет или еще что-то. Здесь я ему кладу, это фарш прокрученный. Не забыла, слава богу. Тут две штучки такие прокрученные, два пласта. Ну, здесь прилично. Вот. Потом вот это все сестре собрала огромные. Посмотрите, сколько кур я не ем. Вот мне привозили эти куры на доставку. Некогда готовить, потому что я как бы кушаю на работе. В выходные я себе ни супы, ничего, ни супа не варю. И Лена приносила мне домашнюю курицу. Вот она, все распаковано у меня здесь. Потом фарш покупала тоже, что-то не ем ничего. В общем, все собрала сестре. У нее семья большая. Здесь вот это все куры, девочки, это все куры. Вот здесь все куры, представляете? Куры и мясо еще, свинина. Вот два вот таких мешка, все отдаю сестре, потому что у нее и муж, и сын. У нее это быстро все уйдет, громадину. Помимо этого, я еще повезу сейчас Василек. Надо взять пакет так. С Васильком у меня здесь. Все, что я ей обещала, вам говорила. Мне тут покрывало, еще там что-то. В общем, все собираю, девочки. Мне сказали, многие писали, что льняное семя так не усваивается, его надо промолоть. Я сюда добавила семена чиа, вот они, видите, семена чиа, и льняное семя перемалываю. Это я сейчас повезу в коробочке сестре, пусть тоже принимает, потому что ей тоже это нужно. У нее возраст уже тоже, она же меня старше на 4 года. Мне будет 55 17 ноября, а ей будет 59 28 ноября. А 29 ноября у нас день смерти мамы. Будет год, как умерла мамочка наша. Так что я ей перемалываю сразу. Потому что, наверное, у нее кофемолки-то нет, а может и есть. Ну, я ей перемолю сразу и смешаю, пускай добавляет и кушает. По чайной ложечке хотя бы. А у меня льняное семя еще где-то, по-моему, есть. Потом себе тоже намолю. Ну, не сейчас уже, потом. Сейчас им намолю, ей вернее. Ой, одной рукой это тяжело. Вот кофемолку купила. Яромир называется, в смешных ценах. Купила еще, наверное, года 3 или 4 назад. И она у меня нормальная. А Света говорит, я покупала кофемолку, она у меня быстро сломалась. Я говорю, я вообще отечественную купила. Вот она отличная, отличная. Пользуюсь ей довольна. Я и Максиму такую подарила. И молит хорошо. Мелит. Мелит, да? А не молит. Мелит. Так, ну все, достаточно ей. Понравится, потом купит себе еще на мелит сама. Так, это все. Все вот так оставлю здесь, как раз, чтобы не забыть мне потом. Намелить это то же самое сделать. Семена чиа тоже уже заканчиваются, надо будет покупать. Так, а это ей в коробочке сейчас раз. Так, отлично. Сейчас я, наверное, ей еще положу, знаете что? Я ей еще положу мыло. Пойду мыло еще возьму тоже. Так, диффузер вот у меня стоит здесь. Ароматик. Так. Это Венина полотенце. Это все, что постирать еще надо. Так. У меня здесь куча всего. Куча всего интересного. А куда я положила мыло? Вот она. Так, это со сломанной. А это... Вот это возьму. Так, а может быть ей вот это подарить, кстати говоря.
турецкая. Вот, я ей вот это турецкое подарю лучше. Угу. Так, что тут у меня еще? Мыло, краски для волос, куча красок для волос разных. Мыло вот это Лиза мне постоянно дает. Говорит, очень хорош, тетя Ира, а я как-то не очень. Это еще всякие баночки. Тоже Илья с Лизой всегда мне с поездок привозят. Штучки всякие, мыло тут тоже. В общем, куча всего. Так, значит, я взяла вот это турецкое мыло для рук. Я привозила как-то, ну, я покупала в Абхазии, в турецком магазине. Вот. Потом я ей беру здесь у меня. Так, это боди-лосьон для тела. Тоже не пользуюсь, стоит, надо отдавать, потому что, ну, у меня куча всего. Мне эти маленькие лосьончики, я говорю, Илья привозит с Лизой еще с поездок. И куча всего у меня, в общем, девочки. Надо расхламление какое-то. А это тоже боди-жидкость для тела. Тоже такая с ароматом. Как называется? Это боди... Ну, тоже как-то боди-лосьон какой-то. Боди-мист. Ну, в общем, брызгаешь на тело, и от тебя еще аромат. Такой освежающий. Тоже покупала, по-моему, в Турции. Тоже ей отдам. Потому что у меня еще один такой есть. Прикольно. Ну, он прям еще запакованный в это даже в пленочке. А, ну еще ей хочу чай вот этот тоже. Пусть попробует. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, 6 пакетиков чая тоже ей отдам. Друзья, всем еще раз привет. Все, я собралась. Время 11:30. Надеюсь, к часу хотя бы подъехать к папе и к сестре. Помыла волосы. Смотрите, у меня уже волосы, та краска, которой я как бы делала оттенок, она уже практически смылась. И цвет получается, смотрите, какой симпатичный уже получился. То есть уже нету такой желтизны, вот, которая у меня здесь вот была. В общем, мне очень нравится, смылась прям отлично. Вообще, мне нравится, как я сегодня выгляжу хорошо. Выспалась, потому что спала до 9:30. Вот, волосы уложила, филлером сделала. Ой, как же мне этот филлер нравится, какие от него волосы хорошие. Прям очень нравится. Напишите, девчонки, кто пользуется филлером вот этим корейским, кто знает вообще, как часто можно им пользоваться. Вот этого я не знаю, как часто. Так, и по поводу, опять, многие там пишут, что я смотрю куда-то не туда. Я смотрю в середину телефона. Я не могу смотреть в камеру вот сюда. Здесь вот у меня камера с краю телефона. Если я буду смотреть на нее, то я буду смотреть как бы на вас. Но мне это вообще неудобно, я не могу, у меня даже глаза болят. Я смотрю ровно на себя вот сейчас. Вот, поэтому... У кого айфоны, все так как бы записывают видео. Так что надела сегодня эту новую курточку, джинсы, белые кроссовки. Здесь у меня футболка потоньше надела, потому что я не пойму, как на улице. Вроде кто-то в куртках ходит, кто-то в чем. Надела, но в машине, понятно, все равно сниму, будет жарко. Вот, ну, надела эту куртку. Кому нравится, кому не нравится, мне очень даже нравится. Так, сейчас. У меня получается тут... Еще там уже сумка. Я беру сумки, здесь все упакованные. Здесь у меня 3 сумочки. А здесь одна. И еще в коридоре. Так что хорошо, что у меня машина стоит прямо рядом с подъездом. Все, поехала. Выезжаю, девочки, с Богом. Девочки, переодела футболку. Вот эту надела. Она такая с удлиненным немножко рукавом. Думаю, если снять, то сниму потом. Если будет жарко. То есть вот такую футболочку вот она. Друзья, зашла в лифт, а здесь 4 ведра с водой. День будет удачным. Представляете? 4 ведра с водой поднялось ко мне. Друзья, пока выехала уже, пошел дождь. Время сейчас 12. Надела сегодня вот такие сережечки, как вам? Симпатичные, голубенькие.
Вот, пошел дождик уже. Волосы, как всегда, сейчас у меня опять будут завиваться. Сейчас покажу погодку. Вот такая вот у нас погодка. 15 градусов на улице, но очень большая влажность, очень большая, потому что, конечно, дожди идут сейчас каждый день. Ну, говорят, что август месяц будет теплый, не знаю. С кладбища мне пока Сергей не звонит, потому что дожди идут, навряд ли там они ведут работы, потому что, когда дожди, конечно, работы никакие не производят. Вот, поэтому пока он... Ну, я тоже ему не звоню, нам не к спеху. Как бы деньги я ему никакие не отдавала. Он сказал, что когда он все сделает, тогда я ему заплачу деньги. Вот, а так пока, видите, дожди идут, поэтому все это задерживается. Вот такая вот погода. Потихоньку еду. У нас здесь пробка. Это я еще от себя никак не могу выехать. Еще я еще за МКАДом. Друзья, ну все, я уже приехала к папе, припарковалась. Иду к папе. Сначала занесу ему сумочки. И потом уже иду к сестре. Папа меня не встречает. Но я ему сказала, минут через 20 подъезжаю. У них тоже здесь во дворе вот эти цветы растут. А у нас они вообще такие гигантские выросли. Здесь даже попадали. Ну, от дождя падают. Дождик идет. Всю дорогу шел дождь. Пока ехала, всю дорогу. Так. Не слышит еще. Господи, где он там? Не слышит. А, все, открылась дверь. Да, да, пап, я. Так, папе сказал, говорю, что, давай составь записку, что нужно купить. Тушенка, зелень, сгущенка белорусская, сахарный песок, клей для плитки, ну, или вы другого. Будете, когда? Там, посмотри, клей. Бумага, полотенце, рулоны. А бумага туалетная или полотенце? Конечно, какая. А ты пишешь бумага и полотенце? А, и полотенце? Полотенце, это и есть. Вот, а, ты хочешь рулоны, такое полотенце, рулоны? Ну, я знаю. Жидкость для мытья посуды, унитаза. Комет есть такая. И что еще в ванной? А, яйца, кефир. Ясно. Ты что, записался? Да. Тебя показывай зрителям своим. А то по тебе все... Вы знаете, что зрители мои пишут? Ничего себе, ну и выглядит 81 год. Я бы с ним бы еще и познакомилась. Давай. 81 год папе. Давай, хочет показать вам фигуру. Так. О, видишь какой? Молодец. Там уже на тебя уже загляделись мои женщины. Пожалуйста. Пожалуйста. Понятно. Скажи, если у них квартира есть, с квартирой... Папа у меня не промах. Тебя сразу это достанет. Да, не надо. Да. Так что вот такие дела, девочки. С папой все хорошо. Папин любимый поэт — это Есенин. Да, пап? Да. У тебя Есенин. Прочитаешь, когда... Внуки любимые, Илюша. Ну, у тебя все внуки любимые. Это Илюша и Максим. Все, буквально. Да. Все. Друзья, ну я уже у сестры. Уже все, разобрали все сумки. Василек только еще вот один лежит на полу. А так все разобрали. Попробовали семена чиа со льном вместе. Вот. Ну, сестра сказала, хороший, вроде пить будет. Так, вот попугайчик. Да, да, разговаривает Мишка. Мишка, Мишка, где твоя улыбка полная? Мишка, Миша, Миш. Миша, Миш. Миша, Миша, Миша. Ну,
целоваться хочешь, да, Миш? Скажи, Миша, Миша. Миша, он говорит вообще, Миша. По заказу не говорит. По заказу не говорит? Да. Ты что, танцуешь, Миш? Довольный, да? А, да, выпустим его. Не надо сейчас? Окна, а, окна открыты. Вот сестренка в полной красе. Привет. Стройная, как кипарис. Хватит. Чего хватит, конечно, по сравнению со мной. Вот посветлее покрасилась тоже, вот ей хорошо, видите, такая. А у нее волосы тоже бьются. Очень бьются. У нее вот прямо кудрявенькие, вот совсем даже прям кудрявые. Не видно. Да, кудрявые. У меня меньше бьются, чем у тебя. Муля. Муля во всей красе. Муля, иди сюда. Давайте на свет покажем. Иди ко мне. Иди, кореглазка наша. Давай. Вот она, девочка. Вот она, хорошо. Ей тут живется. Да? Толстенькая, красивенькая, глазки такие добрые. Отличная собачка. Ой, такой носик. Носик, как глазки тоже такие. Мишка. Мы сидим. Сын Марины. Марина и я сидим в МФЦ, ждем нашей очереди. Народу сегодня в МФЦ полно, погода плохая, все прибежали документы оформлять, и мы тоже. Ждем. Людей много. У нас в МФЦ несколько залов. Всегда везде, в Москве и Московской области, такие большие МФЦ. То есть там за углом еще один зал огромный. Много окошек, видите, работает. Так что очередь быстро очень движется. Так, мы бесплатно здесь, Здоровая Москва, проходим кардиограмму. Рост, вес, давление, кардиограмма. И плюс вот на этом аппарате тут сколько в тебе жира, сколько в тебе... Анализатор состава тела, правильно, все да. Стоит, все нам разложено, сколько чего мы будем знать. Отлично. Да, это все. Угу. Отлично. Так что вот нам предложили бесплатно. Сейчас мы все пройдем. Первая у нас Мариночка, потом я пойду. Тём, ты будешь? Да можно, почему? Конечно, пока есть такая возможность. Классно. Посетитель столовый номер С-112. Пройдите, пожалуйста, рабочее место 54. Ну, анализ пошел. Кому? Ага. Говорит. Нам надо бороться. Масса нежировых. Нам надо мускулатуру, а кровоток огненный чист наш. Масса жировых, я вижу, у нее мало. А откуда у нее будут жировые? Это у меня вот будут жировые сейчас зашкаливать. А у нее все отлично. Мускулатуры мало? Так, посмотрим теперь, как будет, ее измерять. Это сатурация движения. А, сатурация. Да, сатурацию измеряем. Очень важный показатель. Если даже когда плачем, женщина переживает, сатурация падает. Они да? Это может быть невротическое, а тут конкретно содержание кислорода. Работает чики-чики-чики, все здорово, достается тканям, нет спазма, все, кровь поступает, мышцы поступают. Вот 99 отличная сатурация, но пульс у нас высоковат. Она волнуется. Мышечная масса маловато, а сердце у нас тоже мышцы. Конечно, не хватает. Мышцы. Надо заниматься спортом, да? Ходить, конечно, самое первое.
Сестра мне паникерша. Все, уже все. Спортивная медицина, раздел наращивания мышц. Но все с эндокринологом. Вот. А методики есть на наращивание мышц. Так, а это сейчас она меряет давление? Угу. Как долго ты же сжал, наверное, всю руку, да? Ой, я не люблю это вакуумное, мне тоже не нравится тем, что сжимает. Он должен самое низкое давление. 150 очень высоко. Ой, я знаю. Ну ты что разнервничалась-то, Марин? Ну так, сюда. Именно вот сейчас или уже... Сосуды тоже мышцы. 150 повышено немножко. Ну ничего, сейчас на улицу выйдем, нормально будет. 160 у тебя рост? 161? Кардиограмму сейчас будет делать. Так, руки она вот сюда. Не мешай. Не разговаривай. Так, разрезали, купили арбуз. Красный, хороший. Папа только четвертинку захотел. Так, вот этот арбуз давай, половинку убирай. Вот в этот пакет, вот. Аккуратно. В этот не уместится. Нет, нет, Марин. Он чистый? Чистый, дескал. Неправильно. Мать-то знала, какая тушенка. А говорит, какой... Не было, а мы в другом месте потом нашли, в другом месте эту тушенку. Вот. Я тебе еще котлеты купила, понял? Убери в морозилку. А эти? Зеленушку. Клей не купили, нету этого магазина рядом. Вот такой мы тебе купили, пап. Универсальное чистящее средство, вот, для всего. Все, для всего. Но Маринка сказала, это тоже хорошие. Попробуй. Попробуй. Вот, кефир 3,2. Не знаю, какой ты хотел. 3,2 купили. Да? Сгущенку Рогачев купили. Что, сахар? Да, сахарный песок и вот еще лучок. На, лучок. Нет, это не подделка. На, вот в этот пакет мне хочешь положить. На, упаковывай это. Или что это? Ему. Все, убирай, я сейчас протру здесь ему. Марин, забери вот это, я сейчас ему вытру здесь. Все, смотри, здесь Беларусь написано. Да, да, мы проверили. Господи, пап. Там бывает, здесь наклеено, а на самом деле здесь Беларусь. Все. Папа, как всегда. Телевизор на все. Новости идут. Владимир Владимирович наш поступает в Санкт-Петербурге. Ликвидировали Саддама Хусейна. Так, ну все. Они забыли, как они действовали в Ливии без всякого решения Совета. Собираемся уже домой. Это пап, мамина, папина мама и папин папа. Понимать они хотели на устав ООН. Они вспоминают о международном праве только тогда, когда считают, что эти инструменты можно использовать. Ну все, против... друзья, наконец-то выезжаю домой. У сестры перекусили, посидели. Курочку гриль покупали. Вот. Чай попили с пирожными. Вот. То, что там купили в магазинчике. И все, еду домой. Время уже, по-моему, около 7 часов вечера. В общем, день прошел. Друзья, по-моему, ногу сломала. Я шла, и вот здесь вот бордюр, и у меня нога сорвалась туда, в это,
И, ой, мне как больно вообще, капец. Позвонила сестре, я еще не отошла от ее дома. Говорю, Марин, выходи, по-моему, ногу сломала в щиколотке. Вот здесь. По-моему, все опухло. Упала вот сюда с бордюра, прям туда нога съехала. Вот здесь, в эту... Отсюда, видите, бордюр такой вниз, прям по дорожке съехала нога. Блин. Не знаю, сейчас она выйдет. Я боюсь даже на нее наступать. Здесь вот медицинский центр есть платный, если что, можно рентген, думаю, сделать. Ну, как я поеду... А, это левая нога, но все равно на машине. Я же на машине приехала. Вот видите, кроссовка грязная, потому что в сторону съехала нога. Я даже не заметила, у меня, оказывается, и брючина грязная. Упала на коленку, приземлилась. Либо вывих, либо... Не знаю, короче, капец. Надо кроссовку снимать и смотреть. Вот здесь вот все. Ой, блин. Друзья, ну я уже дома доехала. В общем, у меня вот здесь вот, видите, опухло. Вот, видно, шишка такая вот. Ну, вроде как я наступаю на ногу. Здесь такого нету. На ногу вроде я сейчас намазала миновазином. И сделала... сетку йодовую. Вот, видите, как у меня опухло. Ну, не знаю, может быть, это вывих просто. И вот здесь вот, потому что, конечно, мне ногу... У меня пальцы все шевелятся. Нога вроде шевелится. Просто, видимо, ну, как-то вывих или как, я не знаю. Ну, в общем, короче, немного ноет нога, но более-менее так ничего. Посмотрю, что будет завтра. Надо ночь переспать. Если ничего не будет страшного, то... Ой, в общем, короче, друзья, ужас какой. Венечка лежит. Да, мой сладкий, лежи, лежи, мой хороший, лежи. Все, друзья, всем пока.